Я как крымчанин, человек, который там родился, закончил школу, где живут мои родители, конечно, это все не оставляет никого равнодушным. 24 марта мы проведем переговоры в Симферополе с руководством и Симферопольского академического театра, в Севастополе с театром имени Лавренева, Министерства культуры Крыма. И я очень надеюсь, что с 24 мая по 3 июня театр Волкова в трех городах Крыма, Симферополь, Севастополь и Евпатории покажет свои лучшие спектакли.